Мигранты дали Германии то, что ей нужно – больше детей. Приток беженцев в страну вызвал резкий рост рождаемости, достигнув рекордного показателя для женщин возрастом 33 года. В прошлом году уровень рождаемости повысился в 1,5 раза. Иностранки родили каждого 5-го ребенка в Германии. ФРГ – один из самых низких уровней рождаемости в мире. Чтобы численность населения не сокращалась, стране до сих пор необходимо еще минимум 2 малыша на 1 детородную женщину. Однако, так как Германия – самая гостеприимная в Европе территория для мигрантов, демографический пробел может вскоре заполниться. По словам беженцев, легче иметь большую семью с 5 и более детей, если рядом не падают бомбы.